Следующая вещь, которую я хочу вам показать, уже ботинки. Я вам говорила в прошлом видео, что я заказывала ботинки марки Софитина, и в прошлом видео показывала свои прошлогодние, которые просто в отличном состоянии. В этот раз я решила взять поменьше размер, именно свой 37, потому что там мне продавец почему-то советовал 38, и они мне свободные на ноге. Вот эти прям вот хорошо облегают ногу, и заказала я их, естественно, чтобы носить зимой. В этом году у нас обещали прям очень суровую зиму, не знаю, посмотрим, что будет. Здесь внутри они полностью меховые, в отличие от тех ботинок, это то, что здесь нет никаких молний, они на шнуровке, и обязательно буду их носить зимой. Все хорошо здесь сделано, нигде ни клей, ничего не торчит, и могу сказать, да, что если вы предыдущее видео не смотрели, что той парой я осталась очень-очень довольна, и эту тоже могу порекомендовать к покупке. Ну, кто любит такую грубую обувь.